Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. Я вдохновилась идеей от Даниэла Коппера. Он делал иней из мочевины, кристаллы. И я решила сделать светильник в зимнем стиле с инеем внутри. Сначала УВ-смолой я закреплю все свои мелкие детали, растения. В этом маленьком молде я сделаю основу для лампы. Я буду использовать белые камушки и битое зеркало, все, что имитирует снег. Насыпем их на дно нашего молда и зальем УВ-смолой. Когда все застыло, будем укладывать мелкие детали. Я буду использовать одуванчики. Они очень хорошо сочетаются с белым снегом. Буду использовать ракушки, улитки, которые я нашла в своем саду. Я их разрисовала серебряным карандашом. Буду использовать белые ракушки, жемчужины, белые камушки. Все, что так или иначе сочетается с зимней темой. Порылась в своих запасах и обнаружила вот такие мини-грибы, белые. И мне показалось, что они очень даже будут сочетаться со всеми предметами, которые уже находятся в моей основе. Их я точно так же закрепляю УВ-смолой. У меня была сушеная земляника. Я наклеила белые жемчужинки на веточки земляники вместо ягод. К сожалению, снять я это не смогла, у меня какая-то проблема с видео. Ромашку я тоже приклеила к ней блестки. Все, что так или иначе напоминает зиму. Вот такая основа у меня получилась. Ее можно рассматривать со всех сторон. Я теперь аккуратно постараюсь вынуть ее из молда. Эта основа мне поможет в один раз залить смолу. Ставим наш молд с наклоном 45 градусов. Я подложила вот такие маленькие молдики от игрушек елочных. Аккуратно размещаем нашу основу. И я буду немного заливать смолы, чтобы закрыть угол, только угол нашего молда, так как мне хочется прокапать немного алкогольных чернил, чтобы сделать имитацию сугроба, снежного сугроба. Я буду использовать перламутровые, серебряные, ну и, конечно, белые алкогольные чернила. В места между растениями прокапываем алкогольные чернила, совсем немного, просто чтобы дать немного блеска. Ну и оставляем застывать. Ну вот, наша смола застыла. Вы видите, как алкогольные чернила дали блеск. Наши растения закрепились. Теперь я ставлю молд на дно и будем заливать. Я приобрела смолу от Art Pro глубокой заливки до 7 сантиметров. Первый раз я буду работать с этой смолой. Именно поэтому я делала основу с растениями и камушками отдельно, чтобы сохранить объем. И теперь медленно, очень медленно, тонкой струйкой вливаем смолу. Желательно в одну точку и на шпатель, чтобы как можно меньше образовывалось пузырей. Совсем капельку смолы я оставила, я добавила в нее звездной пыли. И это количество смолы я просто сверху немного наливаю, чтобы были блестки в моей смоле. Ну вот, наша смола застыла,
следующий день, посмотрите, совершенно прозрачный блок, совершенно прозрачная смола, не видно стыков, потому что у нас нет слоев, все залито в один раз. Я очень довольна результатом и очень довольна этой смолой. Ну а теперь мы будем делать что-то сумасшедшее. Я делаю бортик, оклеиваю со всех сторон скотчем и будем делать кристаллы. Даниэл Коппер использует кристаллы мочевины. Я заказала 100 грамм через Amazon. Посмотрим, что у нас получится. 2 чайные ложки кристаллов мочевины и 2 чайные ложки воды. Я вскипятила, кристаллы растворились. И теперь эту микстуру тонким слоем, ну где-то 1 мм, может быть даже меньше, я вливаю на свой блок, да, на свою лампу. И оставляем высыхать. Кристаллы образуются очень быстро. Их даже видно невооруженным глазом. Но я оставляю на всю ночь. Вот посмотрите, уже видно, как рисуются и формируются кристаллы. Удивительно, но это действительно похоже на настоящий иней. Спасибо, Даниэл Коппер, за такую идею. Оставляем до утра. Итак, прошла ночь, мои кристаллы полностью высохли. И теперь я буду заливать ее смолой. Я уже попробовала вот на таком маленьком камушке. Точно так же залила кристаллы, высушила и залила смолой. Кристаллы не растворились в смоле, остались, их видно. Будем надеяться, что в моей лампе этот эффект останется. Скрещиваем пальчики. Ну что, рискнем? Заливаем и оставляем до полного высыхания. Следующий день я не стала снимать, как я снимаю скотч и как я отшкуриваю свою лампу, но в результате я занимаюсь финишным слоем. Давайте посмотрим на эту магию. Обожаю этот момент. Когда из мутного стекла проявляется невероятная красота. С обратной стороны я покрыла латексом. Я всегда покрываю свои работы латексом, чтобы удобнее было снимать капли. Вот такую основу я тоже залила с камушками и битым стеклом. Посмотрите, какая красота, финиш застыл. Совершенно прозрачная лампа, как слеза. Я очень довольна этой смолой. Кладем светильник на мягкую ткань и снимаем латекс. Снимается он очень легко. Можно поддеть капельки ножом, очень аккуратно. Но, в принципе, латекс снимается достаточно легко, забирает с собой все капли. Ну разве это не чудо? Посмотрите, настоящий иней внутри смолы. Я рада. Я довольна результатом. Мне очень нравится моя лампа. Не забываем про основу. Ну, останется только соединить. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо, что были на моем канале. Берегите себя, своих близких. Ну и, конечно же, как всегда, пока!